Иркутский областной дом народного творчества при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области представляет онлайн-концерт, посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры. В концерте принимает участие камерный хор и губернаторский симфонический оркестр, архиерейский мужской хор «Знамение», хоровые, вокальные и творческие коллективы Иркутской области, а также известные деятели культуры Приангарья. Трансляция концерта на официальном сайте и канале YouTube Иркутского областного дома народного творчества, а также на сайте Иркутской областной филармонии.